смотрю, у тебя новые друзья, Рекс. Это последний генерал Скайуокер. Но они закопались глубже, чем Сарлак. Эти жестянки не умеют сдаваться. Ладно, если вперед дороги нет, тогда пойдем вверх. Вверх? Куда вверх? За мной, шпилька! И старайся не подставляться. Не хочу снимать стружку с нового падавана. Лучше двигай, детка. Ты стой здесь, Рекс. Мы займемся этими дроидами. Не будем терять время, шпилька. Я сразу за вами, Скайрокер. Помни, чему учили тебя. Напоминаю тебе я. Одинок ты никогда не будешь. Двойной прыжок доступен тебе. Прост он, и мощь его полезна. Мудро будет слушать тебе слова мои. Джедай приземлится спокойно на самом узком мосту. Держись поближе, шпилька. Маленькие платформы не проблема для джедая. Просто прыгай, и приземлишься ты. Быстро силой толкать дроидов и другое многое можешь ты? Дольше силу фокусируешь ты и заряд мощный выпускаешь. Молодец, Скайрокер! Эй, Скайрокер, у нас гости. Хорошо, теперь можешь упражняться с мечом. Световой у тебя меч есть. Использовать его надо тебе в это трудное время. Двойной прыжок соверши, чтобы супердроида упасть на боевого. Как на дроида приземлишься, используй свой меч. Теперь управлять им можешь ты. Надо взорвать те колонны, а эти боевые супердроиды — то, что нам нужно. Стрелять пушками можешь ты, дроида. Выбрать должен цель ты, дроиду. Если бы эти колонны были пониже. Приземлиться на аэроцикл и управлять им можешь ты. Стрелять из орудий можешь ты его. Сойти, когда захочешь. Просто это. Но под ноги смотри перед прыжком. Ух, это было круто! Что дальше, учитель? Время применить на практике то, чему тебя учили. Если с высоты, применить прыжок суператаку можешь ты. Чем выше ты, тем жестче посадка твоя. Прыжок суператаку можешь ты применить. Эти жестянки слишком целые. Ха-ха-ха!
сложно. Отлично, а теперь пошли. Ух ты, вот это жестянка. Помнишь, что говорит магистр Йода? Размер не имеет значения. Когда застрянет пятка, наготове будь. Силой ногу держи. Отлично, теперь забирайся по ноге и заткни его бластер. Минус один. Осталось два. Оставили бы и нам парочку, генерал. Прости, Рекс. Мой юный падаван любит увлекаться. Генерал хочет сказать, что он стал медлителен на старости лет. Разведчики докладывают это последней жестянке в секторе. Ладно, Рекс, пусть твои парни готовятся к выходу. В городе еще остались очаги сопротивления. На этот раз мы оставим вам немного. Большое спасибо, сэр.